В следующем году в нашем городе благоустроят еще одну территорию по программе формирования комфортной городской среды. На проект выделят несколько десятков миллионов рублей. На выбор представлено 5 объектов. Их дизайн-проект опубликован на сайте администрации Сарова. Благоустроить предлагают вторую очередь лыжной базы левый берег реки Сатис от моста на улице Строителя Захарова до Маслихинского моста, бульвар в микрорайоне 15 от улицы Березовой до улицы Курчатова, детский парк на улице Сосина. Еще одно место, за которое могут проголосовать жители старого района, да и не только старого, это набережная пруда Боровое. Летом сюда приезжают со всего города, чтобы в жару освежиться в прохладной воде. Но и осенью народу здесь тоже предостаточно. Выбрать пространство для благоустройства должны сами жители, уверен глава города Александр Тихонов. Он уже проголосовал за приоритетный объект. Теперь Александр Михайлович призывает саровчан проявить свою позицию и решить, каким должен быть наш город. Благоустройству общественных территорий, дворовых пространств уделяется очень большое внимание. И я считаю, что, имея опыт в этом смысле, что каждому проекту в области благоустройства сейчас можно нишу найти финансовую. Будь то проект от 5000 рублей и кончая там 100 миллионами рублей. Желательно, чтобы проголосовало не менее 9% населения. В Сарове свои голоса пока отдали около половины от нужного количества жителей. Выбрать территорию для благоустройства могут горожане, которым уже исполнилось 14 лет. Есть несколько способов голосования. Например, это можно сделать в торговых центрах у стойки регистраторов. Еще один вариант – проголосовать на сайте голосза.ру, следуя инструкциям на портале. Выбрать территорию нужно до 31 октября. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.